выискивать после, ну, прям типа Это, выискивать. получается, в седых холмах, да, это хуйня? Да. Бухта, и над ними там вот буквально посередине, типа, если смотреть все локации. Это вот сзади деревни еще дальше, да? Ну, вот Сейчас там скажу. всякие хижины стоят, Да, лесорубка. вот, короче, смотри, крепость завоевателей, и вот как будто от левого края до крепости завоевателей, прям под ней. Это первая точка. Вторая, слева от приют янтарной сосны, слева на этом, типа, за речкой. И третья точка может быть вокруг, левее от гранитовых ключей. Да, ты можешь, ты просто скачал бы этот NPC с Кандой, тебе он показывал, где эти Вот рарники. ради этого я буду еще какую-то хуйню. Да чё, вообще изи, летишь, короче, всегда. А, блядь, раз в вечность эту хуйню делаю. Ну, ничего страшного, может, захочешь. А чего сделать на всех рарниках? Да не, ты чё? Ну, это а ты сейчас так так я говоришь, во а видишь, Фриде недавно и кулера боюсь. награду ж получил. Я максимум вот то, что все открыл исследователя, это вот самое такое задротническое, что ли. Я сижу. Подведи ко мне моба, я на него чокнусь. Через решетку чаркнешься. Правильно, до этого баг был такой часы. Давно уже нет. Да чиги сейчас нищий, блядь. На самом деле. Чиги, подойди к Нового ворот. Года, скорее всего, тоже нищий буду. Без рофлов. Давай мешать. Нет, к этим, к средним. Все, иди. Хотя посмотрим на Новый год, может быть. Ну, вряд ли, но может быть. Я просто не знаю, на чем. Если я что-то себе закидывал, может там с процентником. После киджала уже ничего такого нового не будет, да, контент? Или есть что-нибудь такое? БТ. Короче, чиги, скорее всего, нет, но может быть, так скажу. На Новый год. А БТ это последний, да? Подойдите. Ну, то, что сейчас выходит только вот это бета-тест, короче, был. Вы можете тут под воротами встать, тут также они на вас будут идти. Я буду появиться там далеко все равно. Необозримое будущее. Ох, ебать там у вас весело. Стойте под воротами с той стороны был. Просто босс тут не двигается. Стоит далеко. У меня талант прокает, когда я крикую. Я то видишь, я, возможно, в этот раз больше бы закидывал. Я был уверен, что мне на иллюзии не сделают, блядь, скидки. Они пидоры сделали. В итоге, блядь. Мне там не одна нравилась иллюзия, я купил, потому что я изначально бюджет не подрасчитал. Надо было тебе попросить ванилю посчитать, уже казначей. Да, блин. Короче, не нашелось нихуя, потому что полетел в Золдрак. Давай. Он к вам сейчас тэпнется. Ждите его там. Он у вас уже. Так и сейчас дерутся. Экс один. Или где вы там? Ну да, на Акс, ОС. Целка еще не открыли. Малиос. Да. А, ну да, Мали. Целка еще пиздец, как очень не открыли. Да, ебать, ты вот целка. Там еще тут целка, блядь, вот точно. Еще Т4 контакт, Вася. Там что гадать, там можно прям по X5 посмотреть. Ну да. Чё ж по X5, по X2? К Новому году может еще и X4 закинуть.
Новому году. А нам где-нибудь, блядь, в конце месяца хиджалом откроют, блядь, и скажут, что пиздец. Смотрите, короче, откроют последний инст, да? Типа люди его продают, а потом что? Типа закроют сервак? В смысле? Какой последний? Последнего инста еще, блядь, ты даже видно сейчас до последнего. Скорее сервак закроют до того, как откроют последний инст. Откроют последний инст. Там еще Санвал, блядь, еще нахуй. БТ, Санвал, потом все эти же должны в Ере выйти, по идее, да. Да. Они год только эту хуйню делали. Ну как? А что, короче, чиги в танке? Полтора уже почти. Чиги дамажит больше. А, ну ладно. Короче, вот они, конечно, задумка делают. Такая. Задумка такая. Я беру ближнего левого, который сюда прибежит. Бегу мгновенно к правому, к дальнему, типа. Там стою и бью. С другой стороны, второй там делает то же самое. С правой стороны, кто бьет. Вы должны набрать между собой рейндж. Не наберете, вас шотнет эта цепуха от светлого, зельека или как его там. Угу. Слева. Надо делить урон от метеора. Если хотите на ачиву, ну как-то поделитесь, я не знаю, я не смогу вас распределить. Вон, что первое лево, второе право. Можно. Бегать меня хилить не нужно. Мы посередине будем стоять где-то, получается. Или как? Ну сейчас все вы, ну кто не танки, бежите на ту часть комнаты. И там рейндж набрать. Ну, кто справа стоит, да, на правом, то рейндж. Кто слева, то в одной точке стоите. И с пула там надо будет жестко хилиться, всю хуйню прожать. Ладно. Только у вас там чиги, войд, дербиш, иди на ту сторону. Теребаф на каску. Гейт на ту сторону должен идти. Что, пуляю? Дервиш, иди туда. Слишком далеко. Еще не готов. Я пока не могу использовать эту способность. Ид, нужно подойти поближе. Ой. Твоя жизнь принадлежит мне. Нужно подойти поближе. И на бар умираешь. Карта забыть. Чиги. Чиги. Не убьем одновременно. Там фуловый у вас босс. О, да? Пока пройти бессмертный. 5 минут. Там... Смитер, короче, обычно, не знаю, мы всегда когда делали. Мы не делили его, а просто типа танк соло стоял, и его били от этого чела. Никто не делил. От метеора не поделенного, блядь. Хоть это очень выполупали. А он решил в мире побежать. Ну, и постать не по мне, типа, а один. Так у меня 25к, у меня не фул хп, меня никто не хилил. Дерби где должен быть? А я говорил Дерби. А там метеор, что вот это 40к. Так, в смысле, мне 25к, из где преизбытка у меня не будет. Меч за спину, кстати. Реально, метеор ударил на 13 тысяч, блядь. Не знаю. Кринж просто. Ну, типа, у меня фул хп постоянно, я хизался от кары. А ты прям соло там был или поделил с кем-то? Ну, с танками я поделил, я ж по танкам. А, вот, ну да. Что-то я думаю. Чё там, это всё? Да, с Нефером Кель. Надо клуб ста сделать. Снимаем резидист. Да, вообще это весь. Мне придется изгибнуться хитро. Да. У нас же там талант, блядь, еще. Не знаю, на резист. Ну вот, блядь, а есть без него спек? Да, там надо, чтобы ниже 100 было. А ну, блядь, вот может не сработать хуйня это. Сработает. Ну, если у тебя все лапки просто. Ну давай, не сработает, блядь, ГГ, ну. Сопрот, если кто пил, снимите тоже. Все с себя баф лапки снимите.
проверьте, что у вас в резистах лед был не выше 100. И не 100, а меньше. Я вижу лапу Инабара, ой, у Хейта и у Войда. Лапа. Я барабан на лапу давал. Не соска. Тут не поспоришь. Ну вот у мага. Сколько у мага резиста сейчас? Я не знаю. Ну талант 80 и лапа. Бля, сними просто лапу. Тяни время. Просто правой кнопочкой тыкаешь в лапу, и он снимается с тебя. Все. Так, что там у Войда? Ничего больше нету с резистами, блядь. Ну он не Иридар, так что. И не Драктир. А еще и Иридар, блядь. Я Иридар. И Драктир. Драктир, нет, да. У тебя же нет саппорт шмота. А чарки там на плаще или на щите? У кого-то нету. Щита не должно быть у Варуса в бою. Ну да, гуляй. Yeah. Обидно получилось. Доброй ночи. О, кстати. Может, вот. Дед заруинил, взял, не сейчас слушает, что мы тут говорим. Не хилил меня. Ты палишь, что вот руля, который, кстати, просто вообще спал. Погоди. Походу ты то уебал моего моба, блядь. Спрячься. Ладно, проехали. Спрячься за глыбами. Как на Синдрию. А чё, у меня 2 хп, она будет умирать, блядь? Щит с сапротом одели. Хорош. Да, механика один в один, как на Синдре. Щит с сапротом. Это ключ к Малию за 25. Типа игнорит танков. В смысле, блядь, это говно ваншотнуло, когда оно сдохло уже? Одно хп, оно пока не прокачивает своё. Ты чё меня не похилил? Стоял с нами, не с той стороны. Если взлетает, то, короче, она не умрет, пока не сядет обратно. Даже если, ну, типа, одно хп будет. Охуительная механика. Но на их стеды сделаем бессмертного, похуй. Ну, уже в капель, я за в капель. Получается. До тебя... Так, погоди, что надо сделать. Да, там ДПС улучшается. Альт F4 у тебя, это, удваивается ДПС. Ctrl-Alt-Delete, форматировать диск C, утраивается. Стойте, не бегите туда, не бегите. Надо 18 поганич, короче, убить. Да, но вот этот вот... Мы смотрим сейчас на босса, прямо слева от него проем. Его пулить нельзя. Там и выйдет самобы. Ну вот пуль сам, и все. Если их спулить. А с ними пуль босса. Пуль сам здесь знаешь, как делать все. Так, стой, давай, может, рыбу съедим? Давай съедим, Злипо. Да ладно, хуйня война, а чего есть? Я за 10 мой печатька находила, мне все равно. Получается, мне печатки делали. Типа, смертного вашего тебя еще на лоскутнике заруинили. А, слышишь? Ты вышел Мортар с игры, нет? Нет, ну... Мне болит надо сделать. Ты где сейчас? Да, ну я смогу... Витагит, ваше, что сделали? Давай. Я чего? Что?
Это и всадников сделали. Надо Малигас теперь там идти. Можно Малигас купить прямо сейчас, после этого. У меня ключ есть, и кто-то сролил сейчас ключ тоже. Кто эти сенсы просто? А как эта хуйня называется, Мортрус? Синий болид, бей молоти. Пульт управления синим болидом, бей молоти. Считай типа Джей, блядь. Три. А, на завышушках эта хуйня, да? Да, да. Бля, что-то сразу не сказал, я все ищу, блядь. Сейчас. В инвентаре, типа. Да, жестко. Сейчас, блядь. Все. Так, а где-то там. Да, по центру в планке. 12. 15. Ну, не по 30. Сейчас. Блять! Еще отбрасывает. Только не заводите там комнату, которую нельзя трогать. Издаватые эти отбросы. Да, это вот эта вот комната меня отбросила. Так а хули я не могу ничего. Ну ты единичку тут на меня развернись, единичку нажми. Типа не хочу их сливать. Потому что там банши взрываются. Они пулить банши, они. Все сделать, да? Что, показать ему МРТС, какой взял чит с этим? Все, босс, давай. Сейчас заявился босс, ага. Это новый его будет. Мне, конечно, мой щит вообще нравится с Нахса. Сейчас покажу. Нет. Так. Он, смотри, просто на спине сидит щит. Так, вот как. О, смотри. Ну, зеленый трансмог. На самом деле, не знаю. Если вот чуть-чуть отдалить камеру, то даже можно не увидеть щит. Вот такая, знаешь, но это если приблизиться, то заебись смотреть. Да, да, ну типа, в ближайшем рассмотрении, не знаю, у меня тут мой, короче, Снахс вообще. Ну и топорик нормально, не мне не знаю, кажется, какой. Смотрится, да? Топорик, да, топорик. Как дела, блядь? А зачем вы пулите с другой стороны, блядь? Не знаю, мне щит очень нравится. Такой сзади дымка такая идет зеленый. Мне, короче, щит нравится там в донат-шопе, который как у локовских вот этих, типа, стражей. Понял? Такой он здоровый, короче, типа, крест. Ну я подумаю, знаешь еще какой бы я хотел Мортрес? Вот с глазиком, но именно зеленый глаз, прям ярко-зеленый. Вот, как знаешь, из коллекции глазов. Да-да-да, я понял. Но я вот сколько не... Я даже несколько раз пролистывал, я почему-то меня не попал. У вас от транса там что, писька нахуй 30, на 30 сантиметров выше? Просто нравится же персонаж, как-то хорошо выглядит. Псис, да. Дело же тут не совсем не в писке. В писке это вот эти брюли и так далее. Типа, получать а, удовольствие, ну типа, если ты смотришь на своего персонажа, типа ты эстетическое удовольствие получаешь. Прикольно. А, кстати, этот змей, это что, не, у тебя же не с БПшки он, да? Не, это, короче, за 1900 рейта аренный. Что, вы наубивали там тут Джеймс? Вот он тут продается. Уже да. У этого крайнего. Бля, у тебя столько много рейта арены? Здесь минус ДД, ну, это, блядь. В прошлом вот сезоне было у меня. Не надо было вот это делать, потому а... Что... Потому я ссылку пробовал, но это, мне кажется, Unreal. Я двойку сделал, короче, 1000. Я вот сейчас, короче, я тоже поигрываю. А там вар был, короче, какой-то. С каким-то варом, короче, я хапалом был. Я вар. О, бля, гейская хуйня. А сейчас, короче, я хапалом с магом играю. Ну, типа, мы чисто по приколу отыгрываем, понял, по 20 игр в неделю. Вдруг там кого-то подисквалифицируют и вообще, типа... Вдруг еще награды залетят. Но ну да, да, понял, чисто по приколу. Слышь, пиво, пидор ебаный. Там 1700 сейчас. Чё молчишь? Короче, ладно, не знаю, пойду я. А, да, нет, я. Вы уже убили босса? Макси-то. Бля, мне сейчас, кстати, понравилось, знаешь, чем может Зоридара, то, что можно любой цвет этих копыт сделать. Да, да, прикольно. Вообще давно уже. Там пролистываешь, короче, только криво сделан сам этот... Ну, редактор, типа, персонажа. Понял, тебе надо там... Ты не можешь выбрать отдельно копыта, ладошки там или еще что-то. Тебе просто ты пролистываешь, это общее. Да, ну там, блядь, дохуя надо. Да, это штук, да, 150, наверное, этих. Вот я листал, листал, пока вот тоже не нашел, чисто зеленый. Да. Пиздец, криво сделано. Слышь, пиво, блядь, заебал. Чё молчишь, блядь?
он пишет ему хуёво. Чё, чё, хуёво? Ну, спроси у него. Чё ты, блядь, мочи выебал или чё тебе? Чё тебе хуёво-то? Чё мне твой голос так напоминает Михаила Павловича Терентьева? Как там с деньгами обстоит вопрос? Пиво попил, не поверишь. Правда, что вот этот квест, блядь, на хрупкий пол, это вообще такая звука. Не знаю. Ну да, хрупкий пол. Типа мне на двери больше нравится. Быстрее ну, сделать. 2000 надо набить на сезон. Да, ну 2000 хоть уменьшили. Был это тот. Ну, дроч какой-то. У меня под 150 где-то в среднем за это. Ну, если там не больше 6. А что мне кажется, БП-шка нужно делать максимально пивной. Но если бы я на их месте был, она должна быть, ну, вот, чуть-чуть сложнее, нет, чем пиво. А они все не сложные, на самом деле. Ты, они все ПП-шек на то, чтобы ты время потратил. На то, чтобы ты зашел и, короче, просидел тут кучу времени. Вот на что рассчитан БП. Типа, поймать 40 рыбок, типа, там, ну, минут 20, наверное. Вот, не, я пока не знал, что можно их просто не забирать и просто... В одной лунке, типа, крутить? Да-да-да. Не знаю, я так никогда не делал, я ловил на рыбный пир. Я делал в последнее время, мне очень понравилось. Не знаю, я на рыбный пир, у меня просто автоподбор, и я на рыбный пир, типа, собираю, там, у меня уже куча стаков, просто по приколу. Это бегать зачем-то за лунками? Не знаю, не знаю. Я думаю, что вот у них отличный вообще. Во-первых, форсит на то, чтобы разнообразили игру, да, там даже кто ПВЕ только играет, все равно там захотят сделать, походят на ПГ, там арену еще. Все равно на ПГ нужно идти очень. Плюс усиливает этот. Нет, можно и... Я бы сделал предложение, Батьми, чтобы за убийство боссов рейдовых тоже давали бы. Можно и ПВП сделать. Ты, ну, типа, заходишь периодически. Почему, типа, за ПГ дают, а за убийство рейдовых боссов нет? Это не справедливо. Дайте меч, пожалуйста. И все обходили там всех боссов убивать во всех инстах, типа, или чего? Не, ну какой-то список бы сделали. Потому что, чтобы оживить арену, ну, типа, чтобы оживить БГ там, арену. Кажется, БГ и так не было мертвым. Не знаю, не знаю. Все же. Мерхилом очень долго, ну, типа, стоял подолгу. Ну, блядь, на БГ решают, блядь, вот есть все хилы или нет, и долбоёбы там или нет. Там еще какой-то баг. Вот это все, что решает, но какой-то баг остальное очень мало решает. Что, типа... Если не вкачать один талант, тебя автоматически закидывает как ДД, даже если, типа, фул в хиле. Что это такое? Забавно. Как это вообще там? А там, если еще какой-нибудь фуловый хп-пал, это вообще... О, это у меня... Я могу в него прыгнуть, я его, блядь, жизни не убью. Просто 303 у меня. 2700, короче. Если фуловый хп-пал лорка, то его за 3, когда ты убьешь. Вот, я в ретрике влетаю, ему вообще похуй. Он как стоял. Лорки? Ты гонишь? Нет. Что? А он или она периодически бывает перекидывает то хп усилки, то обратно. Ну, типа, я не помню, ник там хапало. Но я влетел, типа, но это было типа 0 шансов, что я убью. Ну я, конечно, не фуловый даже по ВП, все равно. Не даже будь я фуловый, я попало прям очень сложно. Я когда флаги. Там вообще дырявый. Флаги таскал. ПВП протохил, так называем. Бегу. Ну, лорка сменится, наверное, на хапал на БГ. Блять, больше. Да я уже не играю. Он последний раз играл. Я хэпал фуловы, типа, ну буквально там. Только щит, зато короче. Вот всякие эршамы, вот эта вся дресня вообще сыпется, пиздец. Не, эршам, эрдру на ретрике можно забить, одетых пытаться пробить. Даже не пытаться можно, типа если ты один. Я помню, знаешь, забавный замес когда-то был на арате. Мне кажется, хэпала бесполезно лететь на ретрике. Не, хэпала, типа... Еще как-то можно, типа, ну, закошмарить. Да, мне кажется, ноль шансов. Не закошмарить. Знаю, можно, прям... Это только если вся остальная тема мертвая, ты, типа, сам остался. Вот тогда тебя можно убить, мне кажется. Ну, пати дохнет. Ну, а потом его добить уже. Так, хапало, типа, вообще просто... Так ты типа, даже если будешь он где-нибудь в кулаке драться с ним один на один, ты его в жизни не убьешь. Давай, хочешь, подеремся. Не пробьешь, но ты его уже будешь напрягать. А эрдру... Ну, главное напрягать, начать сбить каз где-то один. Да, где-то заебывать типа станами, репитансами, всякой хуйней, типа... Сейчас ретрики, короче, бросить, там... Блядь, там возводишь его на три, не убирать. Ну, ретрик ничего не сделает. Ну, что, он даст ему один стан, он даст на себя, блядь, ебаный этот... Если там, блядь, и все, и ты себя схуешь. Если есть не слепой прист в рейде, блядь, и он видит этого хулипала, то ничего он сделает. Против хапала можно, конечно, попробовать стан печать включить. Его контролить да. Можно, короче, контролить. Типа, бесконечно. Бай,
Спек? Кто? Кто? А, да, хэппал против Ретрика, вот это дуэль просто века. Спек, если дуэль. Я вообще ничего не умею, блядь, чисто. Без понятия, о чем ты, я просто на БГ нашел, короче, просто на БГ нашел флаги, короче, и меня не могут убить, убегаю от них, там, эридарский блин, где ли скорости, погнал. От пачки. Бля, я, кстати, хотел что-нибудь тоже, типа, визуалов, как у Эрдру, ой, как у друидов вообще. Типа, знаешь, какие-то другие крылья вот этого. Так а чё, эти ж всякие игрушки на смену облика тебя не устраивают? Нет, именно в бою то, что этот, видишь, они же не меняются. Ну, в бою, например, с Тирока можно, типа, вот это ты можешь этим челом скидывать. Я хотел бы, чтобы чисто у меня визуал крыльев, например, поменялся. Предлагай игрушки какие-то, типа, за лоялку, там, может, типа, примут. Ну, это, по идее же, игрушка у них, да, вот эта? Ну, типа игрушка, да, которая, типа, тебе добавляла такие крылья, сякие. Нет, то, что они из совы вот в эту хуйню. А, кстати, а с этого... Да нет, конечно, ты чё... Нашёл, кому спрашивать. На X1 можно поискать таких. Кому ебало бить? Тут зажиточные персонажи. А тебе вот этот щит, короче, понял, череп вешает на спину. Игрушка Сталгорода. Там вроде тоже зеленая есть, ты не пробовал? На БГ совсем просто. А для Сталгорода? Ну, за базу покупается? Ну, типа, да. А ну сейчас я зайду, короче, у меня, может, на есть покажу. Там, я типа, не видел, что там даже игрушки. Череп, да нет, изначально добавили. Там череп на спину, короче, вешается тебе. Дуэль Ретрика с Фростмагом, да? Ну, это типа ноль шансов для Ретрика. Это очевидно. Так. А нет, еще ебанулся, у меня шмот старый, блядь. Так, чего там? Игрушка щит. Игрушки. Коллекция. Я просто не знаю, я вообще там искупал или нет, я просто... Там не так уж много же игрушек. Вот, череп предательства вроде, или череп жадности, какой-то из них. Разве вот. Можно посмотреть? А не, он криво, короче. Ну, на щите. Хотя, без щита, может. Не, я пытаюсь посмотреть, но ничего не получается. Ну вот, короче, я в кулаке стою. Ну ты что-то он как-то... Ну как где? Не, ну по центру там же. Что-то так себя выглядит. Вот, а щит. У тебя он есть, что ли? Ну да, вот, на щит. Ну, типа, хз. Да а нет, я, короче, когда вообще параша. Ну да, ну я...